Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные маринованные помидоры без стерилизации. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Берем стерилизованную банку любой емкости. У меня 1,5 литра. На дно кладем 10 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 1 небольшой листочек хрена, 3 веточки петрушки, 3 листика смородины, 1 разрезанный зубчик чеснока и закладываем помидоры. В процессе наполнения банку периодически встряхиваем, чтобы томаты улеглись как можно плотнее, а также добавляем резанный чеснок. В 1,5-литровую банку я кладу 5-7 зубчиков чеснока. Помидоров в такую банку помещается примерно 1 килограмм, если они небольшого размера. Когда все банки будут наполнены, заливаем помидоры крутым кипятком. Банки прикрываем крышками и даем постоять 15 минут. Затем воду с помидоров сливаем в кастрюлю. При этом обязательно замеряем объем. В итоге он должен получиться кратным 1 литру. Если не хватает, доливаем просто кипяченую воду. Дальше готовим маринад. На каждый 1 литр воды берем 30 граммов соли, 75 граммов сахара, размешиваем и доводим маринад до кипения. Даем покипеть 1-2 минуты, выключаем огонь, вливаем 9% уксус из расчета 20 мл на 1 литр воды, хорошо перемешиваем и сразу заливаем помидоры. Банки наполняем маринадом до самого края, даже чуть с горкой, чтобы при закрытии крышкой жидкость немного пролилась. Закручиваем банки поочередно, затем переворачиваем их вверх дном, накрываем чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть, после чего убираем помидоры на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Вкуснейшие маринованные помидоры на зиму готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.